Подарком к наступающему Новому году для сотрудников специальной пожарно-спасательной части номер 7 стал автомобиль. В технопарке подразделения появилась новенькая автоцистерна, оборудованная в соответствии со всеми современными требованиями. Более 70-литровый насос здесь уже идет, и он укомплектован по последнему слову техники. То есть все, что требуется бойцам подразделения специальной пожарной охраны, в этом автомобиле есть все абсолютно. На торжественной церемонии передачи автомобиля начальник специальной пожарно-спасательной части номер 7 получил ключи от автоцистерны. Модернизация технопарка в системе МЧС России проводится постоянно. У нас получается около 47 единиц техники только для подразделения специальной пожарной охраны было выделено, закуплено. И до конца декабря эти автомобили поступят на службу в МЧС. Зареченские пожарные новую технику уже получили. Автоцистерна заняла свое место в гараже специальной пожарно-спасательной части номер 7 и находится в полной готовности. Но сотрудники МЧС надеются, что поводов для боевых выездов новой машины будет как можно меньше. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».